Итак, одна из печальных моментов в жизни русского человека – полнейшее бессмысленное существование после 30-40 лет. Вот если не кривляться, конечно, да? Соответственно, очень важная информация. В январе 2019 года мы начинаем седьмой сезон онлайн-лекции «Викенд». «Викенд.ру» – крупнейший портал, ну, как минимум, Европы или мира по творческим личностям. Соответственно, одна из задач этих онлайн-лекций – нужно показать наши технологии в действии, с тем, чтобы вы, уважаемые зрители, сделали свой творческий проект, ну, нешуточного уровня. Соответственно, мы лишаем вас, в определенном смысле, невинности, такая сейчас будет шутка. Занятие у нас бесплатное, поэтому никаких доводов, почему не заниматься, нет. Один из главных барьеров, который мешает вам реализоваться, сделать нечто стоящее, это ежедневный труд, труд, труд. Кто меня услышал, пожалуйста, мы начинаем 20 января 2019 года.